Приветствую вас на своем канале Drops Easy. Здесь мы разговариваем о криптовалюте и многом другом. И сегодня будем рассматривать такой проект, как Octopus Protocol. Octopus – это открытый протокол для создания обменов расчета и управления синтетическими активами. Первым делом каждый пользователь должен будет перейти на сайте в White Paper и более подробно ознакомиться со всей структурой до мелочей, на чем построено, чем занимается, какие основные цели и развитие. Все это описано в этом техническом документе. Переходите, ознакомьтесь обязательно. Ну а мы посмотрим вкратце, чем они занимаются, кто они такие. Протокол Octopus – это надежный протокол DeFi, построенный на интеллектуальной цепочке Binance Smart Chain, то есть не эфира, где высокие, огромные просто комиссии, невозможно перевести токены, поставить пул или все такое, а более дешевые и доступные каждому пользователю, что позволяет выпускать, торговать и управлять децентрализованными производными активами. Octopus – это доступное решение. Протокол облегчает доступные решения для создания синтетики за счет уменьшения суммы залога. Встроенный механизм снижает затраты при минимальном использовании оракулов. Также это архитектура без доверия. Протокол DeFi основан на смарт-контрактах. Его неотъемлемая часть – инфраструктура – устраняет барьеры доверия для торговли и расчетом производными финансовыми инструментами. Движимый сообществом, то есть Octopus построен и управляется сообществом держателей токенов OPC, чтобы обеспечить достаточно распределенную и децентрализованную инфраструктуру. И последнее – это безграничные возможности. Каждый может создавать токен, который отслеживает цену любого актива в режиме реального времени. Создайте настраиваемые финансовые контракты, включающие несколько активов. Каждый пользователь может получить неограниченное воздействие на несколько инструментов из нескольких производных активов, таких как акции, облигации, акции, цифровые активы, фьючерсы, привлеченные в качестве токенизированных активов. Торгуйте производными инструментами с узкими спредами, низкими требовательностями к марже и инновационными инструментами хеджирования без рисков ликвидации. Также можно управлять активами. Управляйте всеми своими активами и позициями из кошельков Octopus, не связанного с хранением, чтобы контроль над вашими средствами оставался в ваших руках. Отслеживайте свою торговую историю и общий баланс портфеля со своего кошелька Octopus. Octopus предлагает доступные решения для создания синтетических активов, отслеживающих цены в режиме реального времени. Управляйте своим залогом с помощью удобной и интуитивно понятной торговой платформы. Также это все архитектура без доверия. Обмен синтетическими активами, использующиеся бесшовные функции традиционной платформы обмена в одноранговой, прозрачной и надежной архитектуре. Минимальные торговые комиссии позволяют торговать децентрализованными производными активами с низкими комиссиями и отраслевыми стандартами наряду с высокой ликвидностью. И также можно зарабатывать токены OPC Octopus за предоставление ликвидности экосистеме Octopus на ведущей децентрализованной бирже DEX. Вы можете заработать до 220% API, участвуя в сети Octopus. Например, делайте ставки на акции глобальные компании, таких как Tesla, и получайте ежегодную прибыль до 220%. Довольно интересная и перспективная компания, за которой действительно стоит понаблюдать и принять свое решение. Но на этом мы части данного обзора закончим. Продолжим во второй части. Подписывайтесь на канал. Всем пока!